Здравствуйте, с вами я, Регина Салимбер. Я сегодня вам покажу мастер-класс совушки. Вот такую красивую сову будем делать. Также можно сову сделать из компакт-дисков, из втулочки, из фетра. Так, и сегодня мы с вами сделаем вот такую красоту. Я уже предварительно вырезала круг. Берем края, сгибаем круга, не доходя до центра. Второй край сгибаем. Теперь берем клей-карандаш и верхнюю часть промазываем клеем. Снова сгибаем. И вот что у нас с вами получилось. Края согнула. И я уже предварительно нарезала глазочки, носик и лапки. Сейчас все это будем склеивать. Берем, промазываем снова клеем. Клеиваем наши совушки. Вторую полоску. И теперь берем зрачки, тоже уже предварительно. Вырезала и вставляем. Носик тоже обмазываем клеем и клеим наши совушки. Остались лапки, их тоже помазываем клеем и приклеиваем. Теперь берем фломастер черного цвета и рисуем перья. Кому как нравится. Такие красивые совушки у нас с вами получились. До свидания, до новых встреч!